Приветствую вас. Если честно, то мне показалось в этой ситуации, что вы больше боитесь измены, чем она есть на самом деле. То есть действительно определенные проблемы есть у мужчины, действительно определенные проблемы, возможно, есть у вас, в плане того, что вы выбираете себе мужчину, который не закончил отношения, либо вы недостаточно эмоционально близки с мужчиной, что он, так сказать, эмоционально голодает, вот, и поэтому вспоминает о другой женщине. Вот, но о том, что обязательно грядет измена и о том, что он ей увлечен, это не говорит никак. Да, в некоторой степени показательна его реакция, где он вместо того, чтобы объяснить ситуацию, да, рассердился, говорит, что он с вами спит, это, конечно, поведение далеко не самое лучшее, это, конечно, поведение далеко не самое хорошее, это не свидетельствует о том, что у вас в отношениях действительно все хорошо. Но говорить о том, что обязательно будет измена, тоже не приходится, потому что, да, мужчина может вспоминать о женщине какой-то, да, у мужчины могут быть какие-то чувства к ней, но это совсем не означает, что у него обязательно будет с ней связь, что он обязательно вам изменит. Здесь, скорее всего, на мой взгляд, именно ваша неуверенность в себе, именно ваша неуверенность в себе как женщины. И надо сказать, что в первую очередь обращать внимание нужно именно на это. Вот. То есть именно здесь ваш страх измены надо изучать и смотреть, что за ним может стоять, что за ним может скрываться, вот, по какой причине вы так можете бояться, что вам изменят, да, то есть измена это, конечно, далеко не самое приятное, что может случиться, но и бояться ее тоже довольно показательно в плане вашей уверенности, еще раз повторю, в себе. Вот, поэтому здесь требуется обязательное исследование. А что касается того, что вы говорите о том, что не можете прощать измену, то здесь, если честно, вы достаточно странно ставите вопрос, то есть вы пишете о том, что измену прощать я не могу, но прощать измену это означает, что вы это делаете не один раз. То есть такое ощущение, что вы считаете это чем-то постоянным. И это, конечно, тоже немного странно. То есть, если это, например, опечатка, то она довольно странная, эта опечатка. А если вы говорите, что не можете прощать измену, то слова «не могу» в психологии нет, есть слово «не хочу». И здесь я с вами, в принципе, согласен, если вы
считаете для себя измену неприемлемой, то действительно прощать ее, конечно же, не стоит. Но с другой стороны, нужно сделать все, чтобы мужчине не захотелось изменять вам. А для этого нужно выстраивать отношения гармонично. Вот. А вы же говорите, что не общаетесь несколько дней, вот, и со своей стороны вы несете ответственность за то, что вы не общаетесь. Вместо того, чтобы постараться все спокойно обсудить, вместо того, чтобы постараться с мужчиной поговорить. То есть здесь уже вопрос скорее к вам. Да? Как вы сказали мужчине об этом, что вы подумали и так далее. И подумали, как мне кажется, вы в первую очередь именно о себе. О себе, а не о нем. То есть вы не подумали о том, что у мужчины может быть какие-то незавершенные отношения, что может быть он там до сих пор еще переживает или, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть здесь мне кажется, что каждый из вас думает о себе, и возникает, конечно, вопрос об основаниях ваших отношений, о том, что вас связывает, держит, скажем так, вместе, да, почему вы до сих пор вместе, вот, и так далее, вот. Значит, на вопрос о том, как вам быть, я ответил бы следующим образом. Я ответил бы так, на вопрос о том, как вам быть. Я бы сказал, что попытаться поговорить с мужчиной, это, пожалуй, единственный и самый лучший вариант решение проблемы, какой только может быть. То есть еще раз, спокойно, без обвинений, без агрессии, без каких-то претензий, может быть, с мужчиной просто поговорить. И обязательно сказать ему, что вы не собираетесь его обвинять, но хотите знать, с чем это связано и почему. И хотите, и обязательно нужно спросить у него о том, как он считает, вы должны к этому относиться. Вот. И после данного разговора, я полагаю, уже можно будет говорить о том, есть ли у вас будущее в отношениях или нет. Ну и отдельно, конечно, нужно рассмотреть то, как вы ведете себя в этих самых отношениях, что вы делаете, вот, какие действия предпринимаете и так далее, и так далее, и так далее. Все это достаточно важно, вот, для полноты, так скажем, картины, вот. Отдельным пунктом идет вопрос о том, вот вы говорите, что отношения с мужчиной у вас 3 года. Ну вот, вызывает определенный вопрос, почему? Почему отношения с мужчиной у вас длятся 3 года, да, а он до сих пор не сделал вас своей женой. То есть у этого есть какие-то причины, у этого есть какие-то основания, что он не сделал вас своей женой. А по какой причине вы позволяете себе оставаться в такого рода
отношения. Говорили ли вы ему о том, что вас не устраивает подобная ситуация? Все эти вещи, безусловно, нужно выяснять, потому что от того, как вы ставите себя в отношениях, зависят, по сути, сами отношения. Вот. Ну и будет лучше, если вы с мужчиной, может быть, будете больше общаться, будет лучше, если вы с мужчиной будете как-то лучше, больше, чаще взаимодействовать. Это, ну, позитивно скажется на вот динамике ваших взаимодействий, вот, и, соответственно, будет шанс того, что вы сможете отношения сохранить. Ага, значит, вот так, в принципе, я думаю. Антонина, вам нужно взять на себя ответственность за то, что вы не общаетесь с мужчиной уже какое-то время. Я полагаю, что именно так. Вот, когда вы говорите, что мы не общаемся, да, это немного не та позиция. Вот. Не мы не общаемся, а я. То есть возьмите личную ответственность на себя. И как только вы возьмете личную ответственность, ответьте себе на вопрос, почему? Почему мы, точнее, почему я не общаюсь с мужчиной, например, вот. Я полагаю, что это очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.